Миграционный кризис в Европе обсуждают сейчас лидеры многих мировых держав. Ведь приток беженцев наблюдается не только в европейских странах, но и в других государствах. Выступая перед сотрудниками правоохранительных органов, президент России Владимир Путин заявил, что стране необходимо предпринять все возможное, чтобы не допустить миграционного кризиса. Кроме этого, необходимо создать нормальные условия для жизнедеятельности присутствующих в России беженцев. Серьезного внимания требует ситуация с незаконной миграцией. Это комплексная задача, и решать ее в рамках своих полномочий должны все органы государственной власти. Мы видим с вами, что творится на границах Евросоюза. У нас нет такой острой проблемы, слава богу, в том числе благодаря вашим усилиям. Но и нельзя допустить, чтобы что-то подобное у нас происходило. Хотя мы понимаем, что проблема у нас острая. У нас миллионы мигрантов. Прежде всего, конечно, из республик бывшего Советского Союза. Нужно сделать так, чтобы и они жили в нормальных условиях, трудились там, где их берут на работу, чтобы они исполняли законы Российской Федерации, традиции народов, среди которых они живут. И так, чтобы это не создавало проблем на рынке труда у нас внутри России, чтобы не вызывать раздражение граждан Российской Федерации. Это очень тонкая, специфическая, но чрезвычайно важная работа. И в сфере экономики важна она, и в сфере социальной стабильности.